Если кому-то здесь, в этой студии, или те, кто смотрит, нужно было еще подтверждение ответа на вопрос, есть ли в стране политический кризис, не кризис правительства, политический кризис, сегодня вы это увидели. Очевидно и ясно. И в первой части программы, когда речь шла о коррупции, и во второй части программы, когда мы сейчас увидели, какие отношения между двумя наибольшими фракциями в парламенте, Народным фронтом, премьер-министр и блока Петра А вы знаете, Порошенко. Что мы друзья между Георгий, собой, да? Ну, извините, вы столько... тем более. Это, тогда это удивляет вот. Еще больше. Давайте я хочу напомнить. Мы просто коллегам... делаем дискуссию, Георгий, чтобы люди дайте говорить, пожалуйста, другим. Что, цель какие-то? Вот коллегам по коалиции я хочу напомнить, что коалиция наша называется «Европейская Украина». Да, и насмешкой над принципами европейской демократии, парламентской демократии, является ситуация, правильно здесь говорили, когда личный рейтинг премьер-министра 1%, когда рейтинг кабинета министров в пределах 5%, и премьер-министр, лидер второй самой крупной фракции в парламенте, шантажирует не только парламент, парламент представляет людей, что если вы меня отправите в отставку, а сам я не хочу уходить в отставку, то будет коллапс, небеса низвергнутся. Вот это... Как раз та ситуация. Тут мы хотим быть европейцами, а тут мы хотим быть азиатами. Тут мы селедку заворачиваем в газету, а тут мы вощеную бумагу. Я хотел бы обратить на это внимание. И давайте, если вы скажете, что у Батьковщины есть какое-то такое желание как бы прийти на место премьер-министра. Нет, сегодня Юлия Владимировна четко сказала, отвечая на вопрос, хотела бы ли она бы занять место господина Яценюка, когда сегодня было объявлено об объединении усилий Батьковщины и антикоррупционного руха Валентина Наливайченко, она четко сказала, нет, это не является моей амбицией. Выборы, только лишь ради выборов, ничего не принесут. И, кстати, очень показательный опрос. Последний опрос, если сложить две цифры, что это посадки коррупционеров и реальные реформы, что-то изменится. Сейчас последний опрос группы «Рейтинг». Авторитетной группы за январь месяц 50% украинцев выступает за досрочный выбор. Только 34% против. За последние два месяца эта цифра с 43% поднялась до 50%. Я уверен, что по опросам этого месяца будет в пределах 60%. А теперь давайте, как на нас смотрят. Говорили о Мюнхене, говорили об инвесторах. Вот что сегодня в Мюнхене. Все уважаемые люди, которые там приехали, прочитают. В самом уважаемом издании, которое посвящено вопросам экономики и экономической политики. Журнал «Экономист». Рубрика «Коррупция в Украине». Главный заголовок и диагноз «Люби друзи». Тут расшифровывают, что такое «Dear Friends» означает «Люби друзи». Фото премьер-министра. И дальше говорится, что он держится за кресло. Ну, тут, правда, тут какая-то хореография с цветами еще и другим депутатам. Но это же не пишут враги. Это же не российская пресса. Это же не канал «Россия-24». Это пишут журналисты, редакционная статья, которая отражает мнение финансовых кругов, инвесторов и так далее. И поэтому, Георгий, я думаю, очень важно все-таки видеть какую-то красную черту. Когда лояльность к премьер-министру, лидеру вашей партии, не должна приходить в конфликт с тем, что хорошо для Украины или плохо для Украины. Не должно быть на первом месте, что хорошо для Арсения Петровича или плохо, а должно быть, что хорошо для Украины или плохо для Украины.